Нам осталось 31-32 курса. Мы как раз их сделали. Код мы рассматриваем в курсе. Здесь больше уже у вас будет домашних заданий. По сути дела, в курсе 31 пишем представление для самой ленты. Мы написали в курсе 32, добавляем шаблоны. При этом с этими шаблонами мы сталкивались в процессе написания курсов. Поэтому здесь уже для вас проверочный урок. Вам надо будет в домашнем задании все это дело объяснить. Вот. Значит, начинать Django нужно с сайта spb-tut.ru. Ссылка на сайт в описании видео и на эти курсы. Все получится. Спасибо за доверие.